Как вам известно, сегодня состоялось судебное заседание по резонансному делу по факту понуждения к действиям сексуального характера, именно изнасилования малолетней девочки. Сегодня мы, адвокаты правовой клиники «Адилет», вступили впервые в это дело. Нами на судебном заседании было заявлено несколько ходатайств. Одним из них это было обеспечение безопасности самой девочки, ее родителей и членов ее семьи. Суд, удалившись в совещательную комнату, удовлетворил наше ходатайство и вынес постановление о даче поручения органа внутренних дел обеспечить физическую безопасность пострадавшей, ее родителей и членов семьи. И так как мы сегодня только вступили в данное уголовное дело в целях оказание квалифицированной юридической помощи, нам было заявлено ходатайство об ознакомлении с материалом дела. Нам необходимо полностью изучить все уголовные дела для того, чтобы подготовиться к следующему процессу. Следующий процесс судом был назначен на 12 июля в 14:00 часов. То есть охрана будет 24 часа или что? Кто будет? Охрана будет, да, обеспечена, надеюсь, что будет обеспечена на протяжении 24 часов, потому что это нами было указано в своем ходатайстве. Это кто будет? Сотрудники милиции? Поручено, да, сотрудникам милиции.